Весну в галерее «Арт-База» встречают многообразием цвета. Здесь заработала выставка современного абстрактного искусства в поисках цвета. Художники из Армении, Абхазии, Австрии, Германии, Франции, Италии и Сергиева Посада представили свои работы. Директор галереи Валерий Ежук рассказывает, что название для выставки придумали после того, как все картины были собраны воедино. Здесь в основном абстрактная живопись, но цвета совершенно отличаются и от страны к стране, и от художника к художнику. И вы можете увидеть вот бело-зеленые, армянские, фиолетовые, это Иван Максимюк, и вот там немцы и австрийцы, они в таких зелено-коричневых тонах, ярко-синие итальянцы. В нежно-розовых тонах представлена живопись московского художника Артема Киракосова, постоянного резидента арт-базы. Себя он называет абстракционистом с 40-летним стажем, признается, всегда переживал, что его картины будут непонятны широкой публике. Для абстрактного искусства цвет – это эмоции, и вообще цвет – это и есть живопись, все остальное – это не живопись. И поэтому абстрактное мышление надо у людей развивать, абстрактное искусство должно быть развито, особенно в России, потому что мы должны абстрагироваться от реальности, которая, в общем, некрасива, абстрагироваться от этого цвета, который не выражает наши эмоции. Поэтому в основном это абстракция. Я рисовал их всегда, даже когда учился в училище, в институте. Сергиев Посадец Николай Вторушин нигде живописи не учился. Всю жизнь работает моряком, но рисует с детства. На выставке его работы представляют желтый цвет. Среди них несколько портретов художника Винсента Ван Гога. В прошлом году удалось посетить музей Ван Гога в Амстердаме. Вот, и под впечатлением работ Ван Гога, вот именно его автопортретов, какие-то работы я повторил. Вот. Точь-в-точь? Нет, не в точь-в-точь, в свободной манере, потому что просто копирование, ну, это, я считаю, бессмысленно. Можно, ну, нужно давать какую-то свободу и мазкам, и стилю что-то где-то свое добавить. Любой художник, я думаю, он создает свою реальность. Выставку «В поисках цвета» можно посмотреть в галерее «Арт-база» до 8 мая. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов, программа «События».